Я вот публично хочу объявить, значит, я с местным жителем там поговорил, с учеными я уже переговорил сегодня с утра. Мы Сабантуй большой на территории Таратава больше проводить не будем. Серьезно, 60 тысяч людей приходят, все вытаптывается, значит, и на горе, и вокруг. Давайте побережем, это жемчужина на самом деле. Лучше мы создадим условия, кто хочет, приезжает. А для проведения больших массовых событий, посмотрите сами, соответственно, с администрацией моей, поищите, потому что действительно большие республиканцы мы должны проводить, но Таратау как точку вычеркиваем из этой.